Художественный руководитель Ульяновского духового оркестра «Держава», заслуженный артист России Валерий Уткин отметил свое 60-летие. Юбилей музыкант отметил на сцене Большого зала Ленинского мемориала. На праздничный вечер собрались коллеги и почитатели творчества Валерия Николаевича. Свою карьеру в Ульяновском доме музыки Валерий Уткин начал в 1987 году в качестве солиста в симфоническом оркестре «Губернаторский». За многолетнюю работу он успел основать духовой квинтет «Волга-Брас», стать финалистом десятков международных конкурсов и даже создать авторскую методику обучения игры на трубе. Именно труба стала его любовью и музой всей жизни. Мне повезло, я как бы попал на свой, я его чувствую, это продолжение меня. Поздравить юбиляра приехали представители правительства, общественности и его коллеги-дирижеры из Сызрани, Казани и Москвы. Творческого долголетия, крепкого здоровья, само собой. Но вот музыкант, и, ну, любой музыкант, любой человек творческой профессии, ну, главное, чтобы он состоялся. А вот Валерий Николаевич, он уже состоялся. Поэтому я хочу ему только пожелать дальнейших творческих успехов. Мне бы хотелось вам сказать слова признательности как коллеги, как педагогу. Потому что многие знают, а может быть и не знают, что ваша школа, методика обучения игры на трубе сегодня популярна, известна в России, известна за рубежом. Традиционным номером вечера стала пьеса Эдуарда Артемьева из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», где соло на трубе исполнил сам Валерий Уткин.